Нажмите пробел. Убили всех врагов на большой территории и скучаете. Прикольная надпись. Здорово, мужик. Опса. Комбо у него пипец. Если попадаешь под эту комбу, все. Если не покойник, то 90% жизни точно у тебя не останется. Это я так прыгаю, потому что у меня персонаж еще легенький. Но не самый легенький. Наполовину загружен. А если, например, тяжелым персонажем играть? Ну, я имею в виду, если бронь надеть, потяжелее. То так уже перекатываться не получится. Причем здесь Lord of Fallen, вот какого лешего, медленные перекаты, это как сказать, это нормально. То есть игра так сделана, что в принципе. Да. Ты же не убираешься. Оружие. Перестань! Дай переключиться. Господи, ты там еще. То есть я где-то вычитал такую мысль, что. Ну все, я покойник. Нет? Ну, вроде бы нет еще, но очень могу им стать в ближайшее время. То есть Dark Souls называют симулятором перекатов. В принципе, я где-то даже соглашусь. Блин. Меня тут могут завалить запросто очень. И легко. Запросто очень легко. Ай, блин. Скелет, подожди, пожалуйста. Вот, теперь она и повалили. Ты. А в Lord of the Fallen? Lord of the Fallen, это какая-то вот. Персонаж двигается более реалистично, на мой взгляд. Он же человек, да? Обычный человек. Я не знаю. И спортсмен. Не. Лютикс, грубо говоря. Вот, поэтому он двигается адекватно. Адекватно своему биологическому виду, так скажем. Хотя вот в некоторых битвах я не знаю. Может, это специально так сделано, или это выглядит так. В общем, все же относительно. То есть, босс двигается быстро. Ну, как бы, я бьюсь и вижу, что босс быстрым там двигается.
двигаются быстро, машут мечами быстро. А мы относительно этого босса как черепахи. Вот прям хочется. Давай быстрее! Вот так вот. Как бы. Как будто вот приклеенный ногами к арене, правда? У меня такое вот ощущение сложилось. И с одной стороны, это, конечно, немножко раздражает, особенно первое время, когда, ну, при первом прохождении, когда ты не знаешь, как с боссом биться. Что нужно делать, чтобы не сдохнуть быстро? Да даже и не при первом. Ну вот, это, ну, раздражает немножко, да? А при втором прохождении, последующем, ну, когда ты уже более-менее знаешь, что к чему. Ты мысленно начинаешь... Сейчас. Ну, то есть, ты же погружаешься в игру, да? То есть, как будто это ты там бегаешь. Настолько реалистично стали делать игры. Полное погружение. Опс. Вот и. Волей-неволей, неволей при битве с врагами, с обычными. Особенно босс, напрягаются все мышцы, не виртуальные мышцы, а именно твои. То есть... И вот прям вот, давай быстрее, так вот, че ты такой медленный, там, да, прям это... И вот при... в таких моментах организме происходит выброс каких-то химикатов, ну, наверное, адреналина или еще чего-нибудь. И это приносит, доставляет определенные, как бы, ощущения. Вот, и вот этим вот игруля-то как раз и цепляет. Ну, не только, конечно, этим, но если бы этого не было, то, в принципе, сюжет достаточно банален. Ну, относительно, конечно, с чем сравнивать. То есть, если бы вот боевка была тут, как сказать, по полупрозрачным... нубам, как их назвать, так по полупрозрачным, которые не блокируют, не умеют блокировать, ничего не умеют делать, неинтересно было бы, то есть. А вот благодаря тому, что боевка персонализирована, то есть у каждого врага свой муфсет, ну, с каждым врагом нужно знать, как биться, чтобы победить и не сдохнуть. Вот благодаря этому, конечно, интересно. Ну, тут, конечно, есть секреты в этой игре. Ну, они такие. В стиле Дарка, конечно, тоже. Побольше, кстати, чем в Dark Souls, на мой взгляд, секретов. Но если сравнивать продолжительность игры и количество секретов, то есть соотношение, да?